подтвердился. Мы сейчас ложимся на операцию, должны ночью сделать ребенку операцию. Но в живых, мы считаем, остались ребенок в основном. Только лишь потому, что мы использовали детское удерживающее устройство, детское кресло, специальное детское кресло. Так что, родители, имейте в виду, это очень опасно, не иметь детского кресла. Наша ситуация это подтверждает.